Меня зовут Элина. Элина? Нет. А фамилия у меня Элина Завьялова. А папу как зовут? Серёжа. Значит, вы Алина Сергеевна. Спасибо большое, Алина Сергеевна. Скажите, пожалуйста, сегодня подорожала нефть. Что вы об этом думаете? Я думаю, что это плохо. Действительно. А почему? Ну, потому что плохо бывает, наверное, всегда. Осенью, да. Спасибо.